Привет, меня зовут Алина, и о том, куда сходить на этой неделе, я расскажу тебе прямо сейчас. В День всех святых казанские танцполы не будут спать. Вас ждут костюмированный Хэллоуин-карнавал от Амахасла, джем-бар начало в 22:00 и вечеринка Хэллоуин в Чайнатаун-кафе начало в 21:00. Калифорнийцы The Offspring, частично ответственные за популяризацию в середине 90-х американского поп-панка, недавно выпустили пластинку Days Go By и отправились с ней в затяжное турне. Ничего нового со времен славы, свалившейся на группу с выходом бестселлера Smash, она не содержит. Впрочем, на концерт магистра молекулярной микробиологии и профессионального авиаинструктора Декстера Холланда и его напарников придут все равно больше за хитами. Теми самыми, что почти 20 лет назад запоем слушали те, у кого сейчас уже подрастают дети. Итак, 1 ноября, 19:00, Татнефть-арена. Рязанцы I'm Waiting for Your Last Summer презентуют в Казани свой второй полноформатный альбом In Internal Lines, релиз которого состоялся 21 октября на Бэндкампе. В своем творчестве парни смешивают, казалось бы, несочетаемое. Это и меланхоличный гитарный рок, и энергичная электроника на грани драм-н-баса, пост-рок и эмбиент. За последние пару лет группа успела откатать по стране 3 полноценных тура. И вот кульминация всех трудов проекта последнего года. Выпуск нового полуформатника и новый тур по стране в поддержку релиза. Чайнатаун кафе 3 ноября в 20:00. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.